В Москве задержаны трое подозреваемых в убийстве народного целителя Андрея Истомина. На него напали накануне вечером во дворе дома на западе столицы. Под съемкой камеры видеонаблюдения неизвестные жестоко избили Истомина и скрылись. От полученных травм он скончался по дороге в больницу в машине скорой помощи. По предварительным данным, Истомин занимался частной медицинской практикой. По одной из версий, заказчицей нападения стала клиентка, которой лечение якобы не помогло. По другой версии, к убийству причастен муж скончавшейся пациентки. Возбуждено уголовное дело. В ближайшее время будет решен вопрос об аресте подозреваемых.